Абхазия. Граница с Россией. Для многих единственный способ выжить – продать мандарины в России, чтобы купить хлеб, молоко, сахар. Мандариновый ад. Каждый год это место забирает несколько человеческих жизней. У людей не удерживает сердце. Репетиции у нас были 3 раза в неделю. Каждый раз, когда мы ехали на репетицию, нам приходилось переходить эту границу и стоять в очереди. Преодолеть обстоятельства можно только преодолевая себя. Этот урок Лолита извлекла из своего первого конкурса. И она была готова учиться и работать над собой. Иногда мне кажется, что вот эти вагоны, они чем-то похожи на людей. Люди, они не понимают, чего они хотят. Они стоят и ржавеют. Их с места нельзя сдвинуть, как заледеневший. Они будут ждать, пока к ним что-то само придет готовое. Thank you.
левым рубежом Лолиты стал конкурс «Маленькая фея Юга России», который проходил в Армавире. Победа грузинской девочки из Абхазии на российском конкурсе красоты, казалось, была за гранью возможного. Но Лолита не думала о преградах. Сотни километров пути не останавливали ее. Лолита жила мечтой. Я поняла, что вот сын — это для меня все, она все заменяет мне. Я там, как рыба в воде. Когда я на сцене, я понимаю, что у меня все есть, когда я на ней стою, когда я пою, когда я хожу. Мне это нравится. У меня выход на сцену – это выход в другой мир, совершенно в новый, совершенно яркий и красивый. У меня душа поет на сцене. Армавирские девочки и школа были сильные. Девочки приехали с очень многих городов и были ярче, увереннее в себе. Конкурс был гораздо серьезней. Лолита хорошо понимала, что у многих девочек было гораздо больше опыта. Победы на других конкурсах придавали им уверенность. В какой-то момент Лолита ощутила страх, что она не сможет занять достойное место при такой конкуренции. И значит, все усилия, боль, слезы, старания мамы, помощь друзей – все окажется напрасно. И тогда она осознала, что ее победа нужна не только ей. Самым трудным оказалось преодолеть себя, и Лолита сделала этот шаг. Она соединила в себе лучшие черты грузинского и русского народа с гордостью и достоинством, представляя Абхазию. Границы исчезли.